отключены. Начать процесс перезапуска. Майкл! Майкл, ты слышишь меня? Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. Убирайтесь из моей головы! Наблюдали галлюцинации, дежавю, ложные воспоминания, иногда признаки полного дативного расстройства личности. Thank you.
Нет, я не похож на тебя. Совсем не похож. Я лучше тебя. Пойти в лабиринт и убить Минотавра. Сейчас я покажу, на что способен. Максимальное расширение. Корабль ксеноцефов ожидается через 25 минут. Сила. Мне нужно больше. Мы запустили необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора нет. Мы должны были стать ими. Пережили крушение, теперь нашли это. Счастливые ублюдки. Ага. Твою мать! Еще один спит! Давай, давай! А-а-а!
Я могу использовать их силу против них. Чего у них никогда не будет. Ты пытаешься мне что-то сказать, да? Думаешь, зарядка нанокостюма не повредит тебе? Смотри сюда! Ожидаю мощность.
Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Где Иисус? Только взгляни на себя сейчас. Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна! Второй стадии не способны провести терраформирование из-за сопротивления коренного населения, начинается третья стадия. Третья стадия подразумевает прибытие из галактики М-33 несравнимо более продвинутого специального воина Цефа. О пришельцах третьей стадии известно мало. Но если не считать некоторого генетического родства с земными Цефами, они, скорее всего, полностью от них отличаются. Цефы второй стадии живут лишь несколько десятилетий, однако они уже представляют собой хорошо адаптированную и опасную военную силу. Воины Цефы из М-33, в свою очередь, есть продукт миллиардов лет эволюции и боевого опыта. Эти Цефы, по всей вероятности, находятся ближе всего к понятию Бога, чем все существа, с которыми нам доведется столкнуться. Необходимо предотвратить третью стадию любой ценой. Нет, я не похож на тебя. Совсем не похож. Я лучше тебя. Сейчас я покажу, на что способен.
оно, а? Давай! Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. На тебя. Совсем не похож. Я лучше тебя. Сейчас я покажу, на что способен. Thank you.
давай! Тебе за команду «Раптор», сволочь! Попал. Эта проклятая сбруя застряла. Майкл! Держись! Я тебя вытащу! Времени нет. Мы опоздали. Они прошли. Я тебя вытащу! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Барнс! Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк. Пророк. Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс! Держись! У каждого есть выбор!
выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк? Барнс, держись! Что-то, чего цепы никогда не поймут, и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция. Нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок. Но все же, я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком.
меня. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Добрый вечер, члены Совета. Недавно я пользовался услугами одной из ваших больниц. И хотел бы подать жалобу.